спасение мышки происходит. Приехал землянку копать. Она там лежит. Упала, видимо. И выбраться-то уже не смогла. Но она еще живая, надо. Водички, наверное, к водичке сейчас унесу. Покушать положу. Попей водички. Ну, тебя не хочет пить, что Всем привет! Видео маленько не так началось. Ну, сделал все, что мог, надеюсь, оклемается. Попозже посмотрим, там и хлеб, и вода, и все есть. Ослабло. Ну, в принципе, там маленько лужа есть. Вода была, может, от еды, то, что не ела несколько дней. Ну ладно, смотрим. Ладно, капец, паутов здесь. Уже замаялся. Не знаю, дадут они мне покопать, нет? Сожрали уже. Ладно, сейчас попью чаю. Надо еще сделать связь. Хочу на веревочке через дерево перекинуть. И телефон поднять как на дерево. Ну, там покажу как. Там, надеюсь, поймают связь. Сегодня еще рулетку не забыл. Померяем, сколько землянка. Ой, баня, то есть. Это они мне так спокойно не дадут покопать. Брызгалки-то не помогают, это паутов этих стран. Пошел отсюда. Сегодня на 3 штыка пройти, может на 4. Углубиться до 2 метров примерно. Сделать лесенку и ямку в середине. Такие планы, надеюсь, все успею. Конечно, хотелось бы начать пол делать уже. Но не знаю, успеем, нет. Как пойдет. Ладно, сейчас попробуем закинуть удочку на дерево для связи. Поймает, нет? Смотрим. Так, отложим сюда телефончик. Привязываем веревочку.
Скотина. Пошел ты. Ну все, клубок сейчас закинуть надо будет. Куда-нибудь повыше. Через эту, через ветку. Пойдемте. Вот эта вот осинка, думаю, подойдет нам. Кстати, в комментариях вы написали, что там смородина, вот эта, которая растет. А я обнаружил тут, вон целые заросли тут. Много таких кустов. Так что будем мы со смородинкой здесь жить. Ну вот, такой план. Надеюсь, там связь есть. Вот тут высоковато. Примерно двухэтажный домик. Чуть поменьше двухэтажного домика. Ладно. Сейчас Wi-Fi включу на телефоне. И потом видно будет, есть там связь, нет. Готовенько. Сейчас подождем и будем проверять. Ну вот, мышка себя чувствует уже пободрее. Уже начала кушать. Значит, сейчас оклемается скоро. Это хорошо. Сейчас, когда буду, что-то сразу не подумал. Когда буду уходить, буду опускать какую-нибудь бревешку туда, чтобы они выбраться, если что, могли. Кстати, нашел на Валбересе, продается крапива. И когда землянку полностью сделаем, баню, землянку, земляные работы закончатся, засеем все крапивой, чтобы
лишние ноги сюда, как говорится, не ходили. В крапиву-то никто не поползет. А для себя сделаю где-нибудь проходик, оставлю. Вот здесь с лицевой стороны, чтобы не было. Ну, тропинок, чтобы не было. Где-нибудь сзаду будет у меня тропинка. А здесь все засеяно крапивой. И точно уже никто не поползет. Никакие грибники. Тут какая-то елочка растет. Цветок, что ли? Сейчас пройду на штык. Нормально. Сейчас налипаю. Весь грязный буду сейчас. Грязный, но копается лучше, когда мокро. Попозже померим, сколько землянка. Так, вот наматывает немного. Сейчас еще больше будет. Ну ладно, помоется потом. Поэтому мне не хотелось оставлять, хотелось сразу выкопать. Потому что так и думал, что будет грязище. Сейчас на ноги налипает и на лопату липнет тоже. Кидаешь, она особо не отлипает туда от лопаты обратно. Сейчас вот мучится вот этот слой. Проходить, потом уже более-менее не будет. С этим налипанием два раза труднее копать. Добавок эти пауты, блин, достали. Короче, такая себе копка, конечно. Ну зато, если после дождя земля, эта вода ушла, значит хорошо, до воды не близко. И будет у нас уходить вода в бане. Неплохо, хорошо. Проверили заодно. Кстати, у меня там идей много возникло еще к землянке сделать. Такого на ютубе еще нет. Надеюсь, все получится. Это будет просто шикарная землянка. Ну, это та баня, если кто-то первый раз зашел на канал. Баню сперва строим, потом будем землянку уже двухкомнатную большую.
И еще примочки там будут. Че, влип, очкарик? Да. Все, немного осталось. Вот так вот упираешься, коленку получается упираюсь. Здесь в прошлый раз намозолил до крови. Сейчас стараюсь маленько как-то обходить без этого, чтобы на руках тоже мозолил. Ну прошли уже за 4 дня. Сейчас нашелкается в тех местах броня. На руках-то фигня, на коленке больно было, там до крови. Ну вот, как-то так прошел этот злополучный штык мяшетой. Да уж, влип я. Следующую землянку, когда буду копать, я, конечно, за один день не выкопаю. Надо тент привезти и накрывать бревнами, то тентом. Чтобы не мокло. Наверное, землянку-то я планирую копать не спеша, потихоньку. Штык прошел, и потом заниматься баней. Потом на следующий раз приехал, еще штык прошел, и дальше баню делать, чтобы не переусердствовать сильно. Потому что баня, землянка большая будет. Так можно вообще себе все намазолить, все, что можно. А так, не торопясь, один штык прошли, и пошли тут заниматься. Тут работы тоже много. Так будет два дела сразу делаться. И не напрягаясь. А так что копать. В такую жару, конечно, вообще не айс. Такие площади рыть. А, один на один штык в день. Это даже не заметишь, как выкопаешь кусанку. За месяц можно выкопать. И как раз баня построится за это время. А потом начнем вторую комнату копать, а эту комнату обделывать. Так и будет надо делать. Как там дела обстоят у мышки. Кстати, еще фотоловушку проверить, потом надо будет. Я уже мимо проходил, вон фотоловушка есть на месте, хлеба нету, значит кто-то скушал. Кадры посмотрю дома на компьютере, открою и вставлю. Сейчас увидите, какие там были зверушки, попадались, если попадались. Как жаль, что с дешевой фотоловушкой не получилось записать хорошие кадры. Ловушка снимала несколько секунд и зависала.
Сейчас мы идем к мышке. О, это я. Так, не наступить хоть. Очухалась. Походу. Ну, не видать я нигде тут. Пусть так все лежит. Может, придется еще покушать потом. Ох. Вот когда начинаешь ценить вкус воды. Вкуснятина. В этот раз взял побольше воды, две бутылки. Ну, копать меньше. Воды больше. Это хорошо. Да. Хорошо, что очухалась. Мышки вообще странное существо. Было дело маленькие. Ну, когда были маленькие, мы нашли мышку замерзшую. Она вообще как камень была. Принесли домой, и она в ладошке прямо оттаяла, ожила. У них в какой-то спячке, что ли, находится. Сердце может. Сердце вообще не дышало, как будто сердце не билось. Как будто может. Это замедленное биение сердца было. Как рыбы, ротаны. Они вообще же во льду прям замерзают. Так и зимуют. Прям замерзшие. И это не умирают же они. Мышки, видимо, такие же. Как в режиме ожидания у них организм становится. Ну хорошо, что не померла. Повезло ей, что мы приехали вовремя. Еще бы денек и все. Чайку попить еще. Так тут смотрите. Все в этой смородине. Ничего себе. Говорили, что понюхай. Пахнуть должна. Да, правильно пахнет. Точно смородина. Тут заросли, там заросли этой смородины. Откуда она тут взялась? Малина еще вон там я видел. Черемуха. Как будто здесь жили люди раньше. Ну нам же хорошо. Сад у нас будет свой. Сейчас замерим земляночку наконец-таки. Сколько она у нас? 3:00. Еще сегодня не ел. Такую жару аппетита особого нет. Бананчики, яичко сейчас перекушу. Дальше копать. Сегодня по-любому надо закончить копку уже. Чтоб все было готово уже. Еще раз начинать уже. А, скотина. Успел укусить. На один проход и плюс выкидывание уходит примерно 2 часа. Вот так вот. Еще пару штуков, это еще 4 часа. Внутри углубление. Ступеньки. Не знаю, успею, нет. Во сколько я закончу? Поздновато, наверное, уж будет. Thank you.
смотри, как ты ровно. Переборщил, не полтора получилось. 175. 175 сантиметров в ширину. Три метра, пять сантиметров. 3,05. Полтора. Ну еще пару штуков на. Ладно, копать будет. Что-то телефон там пиликает. Видимо, поймал связь все-таки. Сейчас стою и думаю, наверное, достаточно копать, потому что земли уже слишком много. Тут, наверное, целый КамАЗ, если не больше. И когда поставятся столбики, крыша закроется, вся земля эта скинется, выровняется, и получится небольшой бугорочек и плавные скаты. А если я сейчас еще углублю, то ничего не поменяется, то же самое получится. Тоже так же бугор будет, потому что земли уже слишком много. И если землянку делать вровень с землей, так уже не получится. Это землю эту вывозить надо, чтобы вровень землянка была с землей. Поэтому особой разницы нету, то что штык этот прокопан или не прокопан будет. Пол там поднимется на 5 сантиметров, все. Так что, не знаю, наверное, буду так оставлять. Вход сейчас еще прокопаю в серединке углубления, чтобы вода уходила. Наверное, так и буду делать. Сейчас еще пообедать надо будет. Уже выкопано где-то 1,80 м в глубину. Не знаю, мне кажется, так. Ну, какая разница, но еще пройду я 20 сантиметров хотя. Даже если 40 пройду, будет она глубже. Бугор все равно здесь небольшой будет, как ни крути. Хоть ты там 10 штуков все пройдешь.
земля-то выходит, выходит, она распотрошенная, еще больше места занимает. Поэтому бугорок здесь будет все равно. Но небольшой выровняться, как раз будет такой плавненький. Если не глубоко выкопано, тогда она торчит, а так-то она нормально будет. Мне кажется, само то вот это будет 1,80 м. Какое-то уведомление пришло там. Оно, наверное, со связью только ловит. Вроде немножко ловит. Посмотрим, проверим. Лишь бы не застрял там. Ладно, сейчас устроим обеденный перерыв. Время уже 4 часа. Опять доширак. В прошлом видео ругали, что плохое питание у меня. Ну, мне некогда разваривать, тут сидеть. Да и неохота. Дел много. Ну, тоже обычная лапша. Сегодня с тушенкой. Мясо. Лапша с мясом. И яйца еще есть. Пюре еще быстрого приготовления есть. Нормальная еда. Я же не постоянно ем. В этот раз взял не доширак, а подешевле что-то. 30 с чем-то рублей стоит. Шеф рамен. И что-то тут это. На вид как Александр и Софья. Положили походу в эту в пачку от доширака. Что-то коричневое, что-то какое-то. А попробуем, может, нормально. Разница 20 рублей. Но на вид говорю, как это Александр и Софья раньше были.
Вот, приятного аппетита. Продегустируем новую лапшу. Да хватит ползать уже по мне. Нормально лапша. Есть можно. Ну, тушенка такая, на троечку. Тут вон один кусок мяса, остальное тут такое. Ну, два кусочка мяса было. Остальное вот такая вот потроха какие-то. Так что херня. На корм рыбкам пойдет. Мышкам. Честно говоря, подустал уже. Жарко. В жару трудно. Тяжело копать в жару. О, фу. Эхо. Ну, думаю, достаточно такого будет входа. Думаю, землянка 2,5 на 2,5 комната одна. Думаю, будет нормально, да? Как вы думаете? Две комнаты, получается 25 квадратов, в принципе, неплохо, мне кажется. Пока столько прокопал, метра 2 с копейками, наверное, в длину. Сейчас походу посмотрю, хватит, нет. Ну, где-то так вот. Метр 10, метр 20, метр 10, наверное. Крышка будет. Вот эта крышка вровень земли. Две дверцы открываются. И ступеньки с самого верха вот отсюда. И вниз пошли. Вот сейчас посмотрю, хватит этого расстояния. Должно хватить, в принципе. Вода просто входит и выходит сразу. Когда не копаешь, то просто на улице стоишь, духота. Да. Сейчас бы ветерок хотя бы подул бы.
Не знаю, воды хватит, нет. Уже вторую бутылку начал. Махом выпивается. Фига. Просто песня получилась. Вообще шикарная получилась песенка. Сам даже не ожидал. Все ровненько вышло, как и надо. Вот это будет люксовая точно баня. Вообще шикарно. Раз спускаешься, заходишь в баньку. Предбанничек. Потом раз заходишь, полок, печечка, шикардос вообще будет. Лесенка вообще зачетная тоже получилась. Сам даже не ожидал, как надо вышло. Ну, здесь посерединке еще не успел выкопать. Ехать уже надо, время 8 часов уже. Сейчас буду собираться уже. Уезжать на. Вот пока доберусь, уже стемнеет. Опа. Класс. Ну а там в следующий раз выкопаю посерединке и начнем уже делать крышу, наверное, для начала. Надо будет взять отработки, столбы помазать, или на кирпичи поставлю. Наверное, на кирпичи лучше поставить. И тент сверху надо будет взять, накрыть, накрывать чем. Надо сейчас еще палку туда спустить для мышей. Надеюсь, больше таких инцидентов не будет с мышами. Вполне должны выбраться. Они вон по потолку как кверх ногами лазят. Тут по лесенке-то, по лесенке, по брёвшке-то залезут. Нормально. Пойти помыться, заехать.
Тропота. Не надо, бассейн еще какой-нибудь. Может, здесь облагорожу. После баньки можно было купаться. Ну что ж, вот так вот поработали. Всем спасибо, что помогали, наблюдали. Надеюсь, все понравилось. Наблюдайте дальше. Скоро. Уже скоро продолжение. Буду по возможности чаще выпускать. Как получится. Вот сейчас под вечер лучше было копать. Уже солнце село. Уже как бы хорошо, легко копалось. Лучше бы вечером копать. Да, ну ладно, посмотрим. Ладно, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.